Каждого спортсмена здесь обязательно поддерживают родители, друзья, тренеры и наставники. Ведь прийти к финишу первым – задача не из легких. И здесь мешает не только недостаток профессиональных навыков, но и жара. Она сбивает с толку даже опытных спортсменов, и те начинают нарушать правила. Категорически нельзя пересекать линию разметки, то есть пересекать дорожку, переходить на дорожку соперника. Не допускается фальстарт, ну и основная скорость. За нарушение участников дисквалифицируют. Чемпион России по роллер-спорту 2020 года Андрей Булавин отмечает, нельзя расслабляться даже на финише. Именно там частенько происходят досадные ошибки. Кстати, сам он переехал в Пензу, чтобы войти в состав нашей команды на всероссийских соревнованиях. Так как у нас всероссийский вид спорта, он накладывает определенные рамки, и каждая региональная федерация должна быть аккредитована. И, собственно, допуск до чемпионата идет через региональные федерации. В Воронеже, откуда я родом, такой федерации не было. Надо было искать какие-то пути решения. У меня хорошие друзья в Пензе помогли. Ну и вот как-то прибился теперь прям даже так, такая прям как семья стала вторая. Что же касается этих соревнований, то в них приняли участие 60 спортсменов. По итогам двухдневных состязаний сформирована команда Пензенской области, участники которой станут претендентами на место в сборной России.